Все чудненько. Покатались. Ну расскажи, как покатались. Просто... Просто замечательно. Ну-ка, ну, мне даже не хватает слов. Ну, правда, холодно, правда, холодно. Вообще, минус 20. Нет, наверное, минус 17. Вот мы увидели в последний раз, что было минус 17. Это как сказал Андрейка, это вам не Колорадо. Колорадо не Колорадо, но Russian Куршавель. Куршавель, да, так что не надо. Смотри, как все здорово, да? Не, ну я на самом деле не жалею. Если честно, у меня была такая мысль, когда я спускалась в первый клуб, что я долго не выдержу. На самом деле выдержала. О, такой домик в немецком стиле. Кстати говоря, вот я смотрела отели, которые в Куршавель, они такого же типа. А сейчас мы в баню, так что, так сказать, отпариваться. Вот, мы тоже сейчас как бы отпарились, но я чувствую, что у меня лицо все красное, как у этого, у Деда Мороза, потому что вот так мороз жжет. Так что так вот, до скорых встреч!